Всем добрый день. Название ролика видели. Сейчас будем разбираться. Евгения Морозова все больше и больше обвиняет Ивана Фадеева. Она такая, она одна из немногих вместе с Эммой наглухо сумасшедших. И они-то действительно верят в вину этих ребят, кстати. Вернее, и Евгения Морозова уже верит в вину Ивана Фадеева. То есть они действительно верят в то, что говорят. У меня, кстати, к больным в 100 раз лучше отношение, чем к подлецам. То есть они верят, они в улете. Остальные там, Самосвалов, там, Коча, хейтер, они, им все равно на самом деле. Лишь были бы желуди, ведь я от них жирею. Желуди — это подписчики и хайп, и денежки. Так вот, она опубликовала фотографии, которые в свободном доступе. Влада Бахова в крови, в таком каком-то сатанинском обличии. И уверяет, что это сделал Иван Фадеев. Извращенец, сатанист и антихрист. Называет его ушлепком. Тут же ей поклонники вторят. Какие-то цитаты из Библии, которых я не знаю, что вот сатана в ярости, что-то там и тому подобное. Короче, Влад Бахов — это Христос, а Иван Фадеев — это антихрист. Раньше антихристом была Дарья Нирбанова. Но теперь все поняли, что антихрист — это Иван Фадеев. И давайте вспомним, что все больше и больше людей вспоминают, что на удаленном видео был человек с бородкой. И вспоминают, что это был Иван Фадеев. Я лично уже 3 знаю, которые вспомнили, что Иван Фадеев там был. Вчера был стрим Валентина Дегтярева. Там он тоже наезжал на Ивана Фадеева очень нехило. И допускал, что Влада убили из-за долгов или там по заказу. То есть он допускал это. Также это допускали его подписчики. О чем я говорю? Что маятник, ну так вот устроена вот психика человека, что вот маятник раскачивается, он немножко коснулся в другую сторону. И дьяволом и убийцей оказался Иван Фадеев. Да, давайте будем последовательны. Вот честно, вот где-то вот червячок радости у меня. Я очень, мне этот персонаж не нравится. Очень. Я считаю его недостойным, как и Анастасию Андреевну. Но Анастасию Андреевну больше недостойной. Она Влада била, он неделями дома не появлялся. Пил и курил с 13 лет, остался на 2-й год. Анастасию Андреевну Влад мало интересовал на самом деле. Ей когда 2:30 позвонили, сказали, что Влад пропал, она не поехала, хотя там ехать рассчитали 40 минут. У нее машина есть, она не поехала. К ней больше проблемы, как к матери. Больше претензий. Но Иван Фадеев мне очень не нравится. Но я хочу его защитить. Никакого участия в смерти Влада Бахова он не принимал. И вообще никто не принимал. Это несчастный случай. Вы знаете, вот игра в покер. Осталось совсем немного. Вот у них агония. Там последние денежки собрать, там это. Цунаде, Самосвалов, вот они там все последние. Они знают, что все проиграно. То есть, вот у меня покер на руках. И, ну, с нашей стороны. Другие блогеры, там, фильтр лапшину возьмем. Покер на руках. Но немножко сидим, как бы это. Даже немножко жаль, что игра заканчивается. А у них фуфло на руках. Они блефуют так вот. Дергаются что-то там, ерепенится. Но все проиграно. Все проиграно для них. И психопаты еще долго будут биться головой об стенку, ночами не спать и требовать расправы над 12. Но они успокоятся, я ребятам говорю. Они успокоятся. Я по своему делу сужу. Психопаты, они выгорают, долго не живут,
на них инфаркты, инсульты, психушки, там разводы и тому подобное. Или они резко примут и скажут, а я не я, и жопа не моя. Так вот, вот так вот любят. Не извиняться, а я не я, и жопа не моя. Игра заканчивается. Вы не смотрите там полу, там полуслова, Бастрыкин сказал, полупроверочку сделать. Но все смешно. Все это просто уже смешно. Все понятно. Все понятно. Да, психов еще много. Они еще много будут биться в конвульсиях. Я очень рад. Всем спасибо. Всем пока.